объем. Хорош, как твой. Звездяна, нахуй. Чё, открыл? Уходим все назад, алё. А на гниле чем нужно заразиться по квесту? Чумой. Ну не чумой, там надо по идее за блевот. Я порчу. Поймать брызги вроде, да? А, брызги? Для барасов? Или там дебаф вроде после убийства босса дается? Нет, этот дебаф должен даваться после того, как он придет. По идее. Зеленка в трэш. Не ставишь группы лут. А, ну я после этой хуйни забыл. Думал, у вас ленточку спиздит. Нихуя ты дерзкий. Затухло или пока-то? Куча боящих лежит, собирает. На гниль идем. Какой нахуй тухлый? Я не знаю, чего вы так привыкли ходить сразу на тухлого. Если мы тухлого не за ПДПС не затянем, то ты квест не сделаешь. Все, мы затянем их. Почему мы должны, блядь, не затягивать ПДПС? Кто-то протупит, блевнет, и весь хил упадет, и валя готова. Медведь Альтаира, у тебя какой код сильный? Ок ты им дашь. Его сова. А, сова. Девятку вот, он да. Давал спокойно. Девятку, ну, как раз тухлого в сову тогда. Только я тебя умоляю, не давай еще раз бить БЗ нахуй. Так, кто падал, кому бафы нужны? По мосте фулл баф. Турбойсу тоже. Так, все, рчу на пул. Медведь, ты на бойсе. И не армия мелких сразу. Я на хуйне. Пуляй! Да не, не отбрызг, дебаф от убийства. У меня бобка, да? В центр поставь. Слышишь, а по какой тактике вообще убивали? Есть дебаф от брызга вообще. Есть? Поставь босса в центр. Есть дебаф от брызгов. Поставьте центр, блядь, босса. Лимон, что ты его забрал, нахуй? Медведь у меня слизно забрал. Что-то не догнал тогда, как его получить, потому что, бля, нам не... Вон, вон повесился, шлейф зеленый за радость. Вон с категории справа. Все, на вас есть этот дебаф, нельзя у нас. Вот и все. Ну вот, типа, с меня спал, все. Где спал? Ты что, бабу прожимал? Достаточно, нет. Чтобы один человек получил его. Пришел, забери. Ну вот, опять он на медведя. А вы ему тактику расскажите тогда. Да, кому? Разберем. Медведь, если он... Гера, уже не давай. Большого, сука, заберите на. Медведь трёпку дает, блядь, большого ведра. Чё это делаю, блядь? Это вот сколько это... должно быть? 5 слизняков и разбегаемся? Нет. Я скажу, когда разберется. Большой подать.
Видишь, на большом медведь, когда появляется большой, трёпку не жми, пока не уйдет он что-то. Я жму тройной там, ты босс на меня срываешь, взлетать твои трёпки. Готовься сейчас быть большой. 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 Ну, сейчас может быть взрыв после этого. Но я скажу, когда отбегать. Раньше времени не бегите. Все нормально. Еще один большой нужен. Да. Дайте инер шаману. Моса инер по шаману. У него КД 2 минуты. Альтаир не может дать. Шансунг гимноману. Готовимся отбегать. Побежали. Добили босс. Нихуя себе. Я на хила роли это ли? Ох, ебать. А нет, а давай свапнемся, это не столбняк. Я не могу носить кинжал. В том-то и проблема. Вон, на всех есть шлейф, зараза. У меня, блядь, ролл нахуй. У меня нету дебафа. Ну, у меня только ката, випка, премиум. У меня есть. Главное, чтобы на одном у меня остатке. Есть. 5 человек минимум есть. На Альтаире есть, блядь. Чё, медведь, давай в сову. На Невере есть. На Мосе нету, на Войде нету. На Шреддере есть. Альтаир я. И Дымычу есть, все нормально. Главное, чтобы не сдохли. Эй, а сколько платишь, чтобы не сдох? Так, Альтаир в сову. Только, Лимон, я тебя умоляю, не давай базена. Если что, стою в милизоне. Почему? Ну, потому что я там всегда стою здесь. Там шаман всегда стоит. Ну, знаю, все время я стою. У нас ротодачников мало. Мага, 300 баф, лапу, крест. Так, у нас только маг, шансунг, невер будет, значит, стоять в РДД зоне. Так вы же хотели сову спеть. А, и сова будет, 4 РДД, нормально. А, да. А Альтаир что, всегда фкашит после каждого босса, нахуй? Я хз. Ставь рыбу, мастер. Ставлю. Ставь, не успеет, все его проблемы. Дверь, куда ты уходишь? А, он спекался, наверное, ману пил. Да здесь рыба. Там еще в мишке. Что тут решаться, ты в сову на этом боссе? Он в соло потанчит. У него есть бабл, он может баблом скинуть. Если что, я, блин, на всякий случай диван оставлю, блин. Давай в сову. Турбой стыгни, пьешь, укинь. Медведь. Стоп, он переодевается. А, он так и не сделал себе экипировку, что ли? Сделаю на кнопочку. Жри рыбу, отпивайся быстрее. Теренаска в Дониной, да? Катушка тоже. Плащ тоже. И Сануба, блядь, в доне умы. Так, Арчем.
что решили? Кто у нас стоит? Мили, кто в РДД зоне? У нас 4 РДДшника в РДД зоне. 3, точнее. И 4-й будет Невер. Невер, ты стоишь в РДД зоне. Шейпер, точнее. Так, все, дает чёрт. Геру с пула даем. Почти с пула. Время на агро танку. Так, куда? В тотем? Стоп, не давай пока, сказать? Не давай пока. Давай Геру. Вопрос, куда сбегаемся? В тотемы? Одна метка в мелизон, одна метка в мелизон, другая метка в тотемы. Вон. Мили, подойди поближе ко мне, да. Остальные все вон в тотемы. Может глубоко. Ты что, не будешь сейчас сбиваться? У меня туча есть. И раньше наберите. Рано. Раньше наберите, когда взорвались. Оп. Трубу сюдайте, Саша, у меня КД. Я давал вам КД. Шреддер, дай по трубой со сальми. Ой, где расколы? Хуй знает. Что-то 10 не часто прокается. А в Викеп вообще, блядь, только ударил, сразу прокнул это 10, да? Сразу ударил, правда, 10, блядь. Чё за хуйня? Чем мастер аура прожми? Шреддер, нажми дал сакру. Я дал тебе сакру. Так, смотри, Шреддер. РДДшники, сбегитесь нас. Шреддер, нажми БЗ, дай каплю мне. Не надо там БЗ прожимать. Мне вообще не дамажит на каплю. Скоро едка я гиль, я прожму мастер аур. Дал мастер аур. Я стать скинул. Все, все правильно. Кинул Салливан трубой. А я следующий. Ты говори, маг 14 плохо не дал. Выбегать не надо уже, добиваем так. Прохиливайте две споры, мили. Не надо мосса выбегать, блядь. После ЕК в мили не сбегают. Да он с милика, чтоб хрехилов не напрягать вынес. А какая разница, да? Хилы пускай там потеют. Там больно. Что, упадете квест запарить? Боже, похуй. Я войда так почти догнал. Блин, я только один добавил, бабу давал. Сколько у тебя тут? 4. Успеваем. Успеваем спокойно. До 6 успеет. Минута 40 еще под либерсы. 4% там. Не надо это не надо. Бля, войда шреддер передамажу. Ай, говно, бля. Хотя. Знали сдавать, у кого 2 дебафа? Вот вижу, у совы есть. Сова побежали сдавать, это их. Идем все рядом с собой. По приколу паролю, конечно. Да по приколу тоже. Мастер, ты идешь сдавать, не? Подождите меня, блядь, я разролен. А, у этого игрока нету места в сумке, блядь. Какого, у меня? Да. Да. Теперь есть, теперь есть. Кому надо? 3, 2, 1. Пока не могу использовать эту способность. Ясно, блядь, Шансунгу надо. Так как вы... Это Ира надо. Подождите. Я себе КС сам сдам. У меня 2 дебафа есть. А, окей. Ну, у меня только один вид порчи есть, типа... Пусть знает, что за прикол. Это турбо говорит? Нет. Или...
А, холи пал? Бабл давал? Нет, он бабл не давал, он просто не пошел. Ну что там, алхимик, я заражен образцами. Давать будете? О, о, да, засчитала. Потому что только я добежал до вас, и он засчитал, да? Опа, рубинчик, нефтяк. Ну что, 750 УД, да? Давай. Опа. Неплохо. Панцирь. О, панцирь кто-то взял. А, мешок. Ну, кто шею возьмет? А, слушай, я сейчас быстро попнусь на первый этаж. Че вам шею? Продам. Да, возьми шею. Ты дал? Царская шея. Давай, молимся, на. На хуй вам, блядь. Царский нахуй антарь. Ничего себе. Смотри, Моса кольцо вырулил. Моса вообще норм, да. Бежим направо. Берите пока великана, что я приду к вам. Перед профом курим? Да. Давай курим. Где эти пекси с танка? Ну, 2 косаря или 3 точно стоит. Может, меньше даже. Кольцо? Не-не-не, панцирь. Панцирь у меня показывает на ауке 3500 стоит. Это, походу, старая цена. Не, вот, выкинь в ШП мусор. Вот сюда, в черного кидай. Прям бери вот так, и мышкой, на. Так, танков нет, войда нет, вой, ты где? Блядь, Альтаир, ты за... Не этот мусор, это тоже я продал. Альтаир, а, блядь, не будешь... Написал я курить. На, я только что съел. Пошли, блядь, курить, все. Мы в канале мат сидим. Только краски разрешено. Ну туда похуй. Что за есть? Запусти таймер. А мне что, почистить трэш, потом запускать таймер, не? Так этот, а чё Моса может в мишку просто прыгнет, а чё он не вытянчит этого? На. Ну ладно, курить пока. Кто просит, чтобы ты освободил место? Делать будете закрывать профа другим людям? Ты же спросил. Так у нее КД, при чем тут это, блядь? Алиса? Кто просил, вроде нет. Что в 8-й группе, вроде у них не позакрывают профа. Возможно, буду врать. Так, Шреддер, ты можешь уступить место, у тебя проф закрытый, да?
Ты кому? Педру. Или чалу купить. Войт, ты где? Алтаир, ой, Винара КД. Чё за кипер? Чё, мастер, чек на хилы? Где Хули Павлович? Куда он отнулся? Холик, ты в дисе? Че, опять нахуй холиков смотреть? Холи упал. Да у Холи, наверное, нет пропало, он с диса дропнулся, я слышал. Вряд ли он просто ушел, ему проф-то надо. Как я это люблю, всегда до профа доходим, всегда Холи палпу клевает, нахуй. Вот всегда она. Двойт вообще куда-то отошел. Ни слова, ни духу, блядь. Дали перерыв, может, ушел. Так он до перерыва ушел, блядь. Да вы заебали, ФКшки. Пал зашел здесь, Холи пал? Да. Вылетел он, выходи. Ну, лага, это видишь. Что-то говорит, это Чопс что-то говорит. Наркова Димас, он сидит в этом, блядь, дискорде. Только у него микрофон вырубен. Он курить ушел. Так, Хулипал зашел, Горчин на пол, блядь. Таира дальше нету, похуй. Бьем без него, нахуй. Он обиделся. Ой, не хочешь профа потанчить? Ну, либо я могу потанчить в кукле. Ну, кто-то из вас, я тоже, чтобы мы тут долго не сидели. Либо ты, либо Войт. Войт. Скажешь. Он пишет хз, видишь, говорить может, не может. Ну, значит, пишет, хорошо затанчу, видишь, хз. Успехает. Так, мастеролла. Все, все мне. Причем мастеролла. Заходите сразу все. Да, меня восстанили, блять, моб. Не заходите. Сука, рейд АФКшеров, пизда.
Кстати, в следующий раз можно не просто хила добирать пуга, а можно вообще пойдем, продавать пуга. Альтаир, я хуй знаю, он там курит, наверное, это, по трубке мира каждый раз. Смотри, и жуки есть десятки. Это и румер. Сейчас звезда погасла нахуй. Медведи съели таракан. Лиса тут? Так, мне? Да, что там Альтаир писал, что ты его там что-то напрягаешь? Я просто рифную моего протопала со сложным ником. Он сказал, что он может нахуй ливнуть, а это, чтобы взять другого танка. Я все равно ревновать буду, если буду танчить я с ним. Он предложил взять тебя. Там КД. Ну, вы бы могли пойти со мной по моему КД с Синдры и Ильича. Спасибо большое. В другой раз обязательно сходим. Но ну, не в другой сейчас. Раз у меня не будет КД. Может быть, у нас будет. Ты можешь его продлить. Но смысла нет. На замене есть кто-то в Дисе? Файс, Клыкач, кому проф нужен. Я медведя резнул, я не знаю, что-то, блин, он на ФКшит, курить долго ходит. Перерыв дали 3 минуты. Уже прошло 7 минут, и мы уже убили трэш. Чё за перекуры такие, блядь? Потом говорят, чё, а чё мы по 4 часа, блядь, ходим нахуй в рейде? Чё, что-то пытался говорить, только у него очень лагает. Его лагает дискорд, мне кажется. Короче, есть предложение заменить медведя на какого-нибудь ДПСера, мы сводим до тачу. Хочет он этого или нет. Он написал ХЗ, хорошо дотачил. Видимо, никому нахуй проф не нужен. Туда похуй. Медведь, ты здесь? Чё так долго? Он в Савуна пускай. Войд в ДД, я в танка, в куклу саду, блядь. Вот или Монтанчи так ему. Я не хочу водить проф, ты чё? Ты чё, охуел? Не, пусть его танчит, у него агро получше, серьезно. Альтаир в сову. А, ну ты уже сэр. Переоделся. Норм. Так он еще из стухлого не переоделся. Фулл баферы сдали. Друлей баферы. Войф танка. Так, у нас кто? Стали рыбы. Дай по тактике-то все знают, холик. Дай мне дробойся метку. Холик полотарочка, знаешь? Ты чем? Та, я прям. Что нам дробой? Пельмени не ловим, блядь, сразу говорю, на. Кто ловит пельмени, пеняйте на себя, на. Наркоша, ты тактику знаешь, если чё, тебе в Дисе микрофон вырублен. Тактику, не знаю, все слушаю. Весь внимание. Ну вот, я же говорю. Мне просто позвонили, разговаривал, сорян. Дай на турбойс метку, печатку, или на совет стоят перед зеленым. Просто 3 пала, 3 бопа, вообще никто не должен умирать. Давайте пошли. От красного убегаем, блять. От под зеленого все сбегаемся. РДшники все стоят в квадрате. Пельмени не ловим. Смотрим на небо. Когда на второй фазе босс будет на второй фазе, он будет кидать пельмени, то есть слизняков зеленых. Они будут лететь верхом. Если он попадает в вас, один пельмень, вы получаете минус 100% косты вроде, насколько помню. То есть это хуже для вас. Зеленый слизень, если сбегается в цель, он взрывает весь рейд нахуй дамагом. Ну, не весь рейд, а именно ту цель, которую я выбрал. Если к нему сбегутся люди, чем больше людей к нему сбегается, тем меньше дамага проходит.
по этому человеку и его не ваншотим. От красного пельмени убегаем по траектории под профом. От колб тоже убегаем, колбы будут. Будешь смотреть, короче, посмотрим потом. Стой в РДД-зоне вместе со всеми РДДшниками, бегай за ними, только не лови слизни, я тебя умоляю. Не слизни, а этих, блин. Пельмени. Пельмени. На пельмени я заанонсу, если сам не поймаю. Что, все готовы? Альдаир в сове, хорошо. Единственное, то есть, Пал, если на тебе будет реально вот красный слизень, будет такая оранжевая полосочка к тебе тянуться, тебе нужно от него убегать. По траектории, чтобы ты засели умерли. Короче, давайте убивать этот босса. Че там, мастер, чек. Войт, где? Так, все, ну я че. Альтаир по тактике возле зеленого танчится, там где появляется. Альтаир в сове. Кидаются под вас еще лужи зеленые. Лужи зеленых уходить. Вот сейчас лужи. Влево. Сова, Невер, к остальным РДД перебейте. Зеленый стоит. Зеленый у вас. Выйди. Стрей, блять, почему? Одних туда дома откинул. Посему нужно откидывать в одну сторону, блядь. Какого хера вы стоите так, блядь? Скоро вторая фаза, давайте быстрее, блядь. Что же красный будет? Плюнешь на второй фазе. Блядь, не успею. Переводите на. Все мало. Смотрите, когда вы бьете слизня, смотрите, пока стоим вкратце, расскажу за 10 секунд. Когда вы бьете слизня зеленого, вот, а вам нужно стоять со стороны жопы у него, поняли? В отличие от цели, чтобы... Красного не подбегайте. В одну точку примерно. Пьем красную. Пельмешки, осторожно. Профессионал, ты босс-то отведи. Блять, в колбы. Осторожно, уйдите с колбы. РДшники, блять. С колбы уйдите. Пельмень. Зеленый будет. Готовимся ДПС. Зеленого бьем так, чтобы... Осторожно, милики, колбы. Зеленого бьем так, милики, чтобы вас откинул к РДшникам. Все, добиваем зеленого. Пельмень. Пельмень в РД. Два поймало. И холипал. Все но нормально сейчас. Пельмени. Пельмени нельзя ловить, отходите от них всегда. Сейчас красный будет раздать, приготовьтесь. Потеряем ДПС, ХПС. РДД, станьте ближе, влево, к столу. Колбы, 5 секунд. В красного все. Уходи, крестик. Колбы не через беги, лужу, там. Через колбы, блин. Они поебать, им похуй, они в колбах стоят все. Наоборот, нужно было бегать от стола влево, а ты по колбам побежал, как медведь, блядь, 25. Пельмень полетел, ушли с пельмени. Зеленый будет сейчас. Ой, что ты их тут держишь? Колба сейчас в РД зону. Бежали через. С одной стороны стали. Там через кауч. Чтоб все отлепейте. Все снова сбегайте, следите таргет. Сбегайте через кто-то не стоит. Пельмень летит. Все. Трубой, если.
Лужа. Сейчас красный будет. РДДшники готовим. Холба. Холба, не бегите. Пельмень сейчас полетит, смотрите. Красного, Альтаир, убегай. Ава. Пельмень летит. ТП. Кто там поспит? На колбах, на. Не убегай же ты в Долоран, ну ё-моё. Убегайте от хилов, убегайте в проход. Бегайте у стола. Сначала в стенке мимо колб, потом через стол. Уже. Зелёный сейчас. Колбы. Пельмень. Не подбегайте. Убили. Колбы, блядь. Череп, череп, приходите, делите урон. Не одну подбегайте к нему, шесть. Бегите. Точку стола, во, во, все. Поняли, да, механику? Пельмень. Пельмешка. Боже. Красный. Дот эти красные. Кайте снова к стенке. Сейчас бежим к стенке, к стенке. Либо так. Инер по шаману Моса. Холба мне бег. Смотри, в колбы бежит. Да, прям в них встань, вот в эти оранжевые. Не ДПС поднимаю. Так не, он не взорвет же, он бежит. Он не попал в колбы, ты зря. Или мини. Он не побежал, а милики, блядь, должны были пробежать через колбы, чтобы дамажить, что ли, блядь? Вот переход. Ну. И сначала побежал к столу, кто там, Мах сейчас или кто? А нужно было сначала к стенке мимо колба, а потом через... Вот, все. Забирай лимон. Да, я потанчу. Бьем нахуй в лицо милики, блядь. Че по Геру? Геру. ТД перед боссом не стоит, стойте в центральном круге. Отходите от пельменей кучкой слаженно. Сложно. Правее отошли. Вот сова, уйди из-под морды, уйди, Альтаир. Иди направо в круг. Потому что упадет на тебя луч, придется в другую сторону разворачивать босс. Это сколы будут. Никогда не стойте перед танком, профи. Сколбы. Пельмешка. Уходите от пельмешки. Слаженно влево. Влево, вправо. Все. Вы стоите, он в тотемах бьете. Это столько будет, забирай его, лучше просто води. Уже получается, слизняков не будет здесь, да? Да. А, ну да, все. Колбы через 5 секунд. Пельмеш ушли. Пельмеш ушли. Двери, да, все. Колба. Если четненько стоять прям под булками проф, то ты не наступаешь на одну колбу. Так умеют не сейвить. А если скачать ДБМ, то можно вовремя убежать. ДБМ по умолчанию. Кстати, мне колба что-то не включить ДБМ сейчас, блядь. Да, походим-то уже. Может, всё, первый трайл. Ебать, ребята, благодарю вообще за квестик от души просто. О, меч. О, меч танков. Бля, я бы меч взял. О, я хочу его тоже поролить. Мне мастерства не хватает. Роль на мейн спек. А, у тебя не мейн спек, у тебя офф. Блять. 15. А кто ролит его на танк? Наркоша? Там убили профа. Да, убили. Только что. Ой, какие вы молодцы. Да вообще, слышите, вопрос, можно в Долоран быстро слетаю? Здесь плюс 10 секунд. Блин, надо было, хотя... Нет, потом взлетаю. Ну, блядь. Не надо её? Да, мне на лемушку. А что это за такое? Ну что, еще два человечка в РС, да? А, точнее один, мастер ролл. Тебя не было просто, я да? Взломан. Взломан, да. Блин, пушка такая. Ребята, блин, вы пара. Знаете, что Лач вас верил, что вы убьете Петрова? Чего Лач? Пусть хренач, он там верил. Я видел. Чего он говорит, Орфидей? Он верил в вас, а еще я не помню, он ставил халду или нет. Но если ставил, то вы с него требуете. Но я, если что, не говорила. Нормально, короче, ну, что там прощается долго. 50...
Долг Войду прощается за ДС. Меч хороший, только из-за чего, какой долг Войду? Ну, то, что он ДС покупал, это Мидвей ему отдал бабки. Ну, а, Мидвей прощается долг. Вот он. Быстро он, короче, а Мидвей вообще в курсе? Не знаю. Когда долг отдашь? Ой, такой, так тебе ж Мидвей должен, я ничего не просил, да? Ой, ты видел, как рейдер, блядь, вроде все тупят, чем обычным, нахуй, рейдер, блядь, так столько протупов, но все равно убили, нахуй. Сколько ачивок? Одна или две? Две, у холипала у меня. ЕП на варите? Медведь, давай Мишку, который по-любому вдвоем будем танчить. Холипал, Алтаира был. Был вроде. Да, кстати. Хэпал в ГИ не хочешь? Ты где-то ушел. Только он успел. Да тут я тут. Я понял. Гильдию не хочешь? Ребят, давайте я подумаю, пока не буду ничего такого говорить, окей? Да, чтобы мы спросили твое дело вступить. Не, ну понятно. Потом Твися будет, правда, злостный на нас. Ступай прямо сейчас. И два холипала. Надо больше незнакомых ников, чтобы Твися не понимала, что она идет в два холипала, да? И кидать первую, вторую пати, кидать, как будто рейд. Да. Вообще, блядь. Я ебал, я в два холипала ходить, да такая поебка. Ничего. Нас тут... Не, слышишь, вчера собрали пати наши. Блять, благо, что их нахуй послал, это пиздец. Собрали два демон лока, два холи пала, блять, танк вар и пал. Ну и так. Ну. Тебя не слышно, ты пропадаешь. Понемногу. За шаклю одного. Блять, нахуя? Я дал ему. Тихо, отойдите назад, назад, спускайтесь вниз, блять. Что еще лича заберете с собой. Сука, я выпил только что две фласки из фото, нахуй. Тактика, сверяйте, да, остальных бей. Командиры так. И потом бьем командира. Я главное его сверяю, он, сука, его пиздит, блядь, да, турбойс? Не, на командире посижу. А, да это все шредер, фильм тактик. Да, фильм. Вот фильм ты. Белый лейтенант, командир. Командир, я фильм, если чё. Кто лейтенант? Меня сапнули. Ну я ферма. Так, тихо ферма. Прыгаю вокруг мобов, они разваливаются. Ну да, только ему не кидай щиток, я дам, бля, препу нахуй. Он репит не знал. На моба следующий. Шредер развалился. А кто это сказал? Это я. Блять, заберите. Я не хочу умирать. Это как Серсея сказала, когда я заваливал, да? Да она дура, на самом деле. Взяли бы, спрятались череп дракона. То есть он потом же уцелел, поэтому... Если засели бы еще под костями, может, выжили. Ну там хер знает, что лучше. Там потом бы их сожгли тупо. Так, мастер, буешечки из трэша, передай, пожалуйста, всего в сумму. Наркоша что-то очень помогает. Сандалия. Дайте оковы, сейчас этому расскажу там. Расскажите ему про окно. Так, получше? Вот так получше, да. Отлично. Да, я понял, короче. Теперь в том, чтобы хороший рейд был, надо взять пивасика. Командиру дайте оковы, а я агро лейтенант. Да, устан. Ой, сап. Нормально. Мага сверяйте. Я фернул. Тут еще лич. Фернул его. Ой, в оковах еще отойдите, а не ауешь. Бейте лейтенанта вверху. Друид Альтаир спрашивает, кто келя танчит, он или кто другой?
Значит, Келли танчит дрит. Думаю, да. Странные, блядь, звуки были, конечно. Моб не знает, что делать, вот эфире дергается до сюда. Собьем так. Как джентльменов удачи говорил, что с лестницы спущу. Говорил. Кстати, я помню такую забавную штуку, меня на варлоке Келя заставляли танчить. А, ну это тактика вообще-то оффа, по идее. У меня типа какой-то сет собирал, я помню, специально. Нет, там не сеты собирали, там просто локи могли танчить. Его. Не, вот там жгучая боль есть у локов, а не это, у демонов особенно. Там игрок повышает у них скилл, блять. Там просто в стамину одеваются, все. Добивайте, потом залечаем. Клей, два сапа дали. Так танчили так для того, чтобы это... Чтоб сверки на нём было. Клей, Федор отъехал. Ну опять что-то выиграл. Хоть не я, наконец. Но он начал урон на себя принимать, походу. Приёл в орудие. Шредер, вешай на себя что-то. Что, Шейпер, ты на туре задонил себе волю хэм? Шейпер? Да. Нормально. Там какие-то скидки были или чё вы так подонили? Я в столете не хожу уже, если чё. Так, сапну тактика. Ничего, я сейчас с обычки выбью всех вас передамажу, блядь. Ага, ага. Отведите от тактика, что мне. Блять. И прям тихо. Хуяк тихо. Ебаный. Я тебе, блядь, ножом. На нахуй. Ты просто шедер. В бабл ушел. Ты как разбился. Сапнули меня. Этот. Шредер, верни кого-то. Видит ты рядом. Я вернул одна. Прям по спине, блять, войда. Я просто пополам разрезал стычку. Позвонок разрезал. Разрубил, блядь. Пополам. Как раз торчит, блядь, поддел. Кстати, вопросик такой, какой рейндж у колб? Потому что я так, если вы не заметили, я вас вчера чуть 25-ки не вайпнул. 6 метров. 20 метров. Какой 20? 20. На 20 отходишь и не взрываешься. Ходишь ближе и взрываешься. Вот, на меня вчера красный побежал. Я так пытался между колбами и профом пробежать. Меня типа подкинуло, и походу тут я увидел этот баг. Ну, то есть знаешь, когда моб на возвышенности, то есть ты когда на возвышенности, моб тебя не может бить. По-моему, слизник забагался из-за этого, что я вверх взлетел. И он стал просто заново таргет выбирать. А я как-то раз через красного перелетал, прям сверху на него смотрел, он потом меня лучом держит, блядь. Знаете, скорее передавай. Нет, вот я когда на колбе подорвался. А Медвей как сделал нахуй? Медвей забежал просто в красного, блять. Да, там красного два раза выбили. И причем прикол нахуй, они походу пофиксили, блять, понерфили. Он тут теперь не ваншотит нахуй. Да, уменьшили. Дайте бафы вару. На циркуле тоже ваншотит. Паладинов варов и бафнет. Вайда ресните, блядь. Ну, Герри ваншотить будет. Друидом пристабав, энту, каску, кулак, крест. Так, все встали, потому что у меня последний. Паладин тоже. Альтаир тут. Хорошо. Хорошо. Шансон, хитор бойс, посидите на сферах. Да. Давай лучше ты. Экзорцизмом. Ну так экзорцизм, чё ты? Слабый, что ли? Экзорцизм, что ты хочешь? Ну вот, всё. Там КД 15 секунд. Ничего страшного, справишься. О нет, блядь. Чё, я что, умер? Шредер? Ну-ка, проверь-ка, неистоста стоит у тебя? Да. Всё стоит. Я не падал.
просто ворвали, пошли прочь и пошли сюда. Надо тормозить. Мосса, дай по нему БР. Там над Талдараном. Сферка, не падать. Такая нога, бля. СВД, сука, забивай, и хотспоты выпиваю, нахуй. Ёб твою мать. Почему ко мне? Забирай, бро. Блин, забирай, сферка. Трёпку давай, так. Не отзывай. Сальв, дайте турбу. Над боссом падай. Да попытаюсь. Ну, центральных кто-то подбейте, а то две. Пружинка, пружинка. После килисета дашь Геру, я что-то забыл, блять, про Геру. Над боссом две. Так, слышишь, получается, что Дарам вроде этот... манекен. Кинетика, кинетика. Манекен. Ну, один дает вихрь, второй тупо манекен. Так можно это манекене дать все лучше Гера. Нет. Ой, блядь, я забыл нахуй. Мета 10 нахуй. Сферы, две с кинетики падают на. Пытаюсь. Альтаир сейчас умрет, он без сфер. Капли дали, молодцы. Следующую дам. Набирайся. Вот, смотри, я собрал темное ядро, забираю Альтаир. С меня ядро. Он вот пружины левый, не видит. Да. Он пружины не видит. Медведь, отходи от пружинок еще, забирай ядра. На себя возьми ядро, которое у меня. Чтоб три было минимум. Давай, Гера. Ядра забирай. Если не будет ядер, то будет прошибать. Баланара. Надо лучше ехать на часах. Идет. Над боссами две падают. Дайте инер шаману. У меня сфера. Забери сферу. Ядро на лестнице, медведь, бери. Бомба падает прямо у двери, сейчас полетим. Бах! Нет, подняли. Он, видите, слева у подсвечника падает хер. Да, он там бьет. Еще одна налезь. Еще одна за спиной падает. Вот где я с Талдараном. У меня справа. Подбейте их. Мах центральный поподбиваю, я дальнюю подаю. Пушинка на лестнице, осторожно там. Падают три. Еще одна падает. Сейчас он тебя две. Турбой слева от тебя еще одна падает. Я нацелил сейчас. Сука, опять забыл. Взорвалась одна, неплохо. А давайте не будем бить, нормально падает. Не умираем же. Мне нравится. Я не успеваю, серьезно. Ну там, да, реально, так что... Они свои бомбы бьют, босс нет. А турбойс еще вообще кастит по 2 года. Турбойс ожог. Ожог. Блядь, пока давала это, значит. В центре там не бегаем. Шаман по центру стоит. А ты, Ирка, сменится цель, короче. Дашь озарение по Неверслипу. Ну, давай. Зрение, по нему. Далеко. Успею. А кто не отбежал? Был Шреддер. Наверное. Шреддер, почему на вихре не отбегает? Он кастует могучий вид. Набрать рейндж от танка и от других игроков, чтобы никто не полетел. Да я тебя не набрал. Ты не набрал, но я видишь, умили. Не заметил.
Смена цели. Сфера. Лестница, да, он побей ее. Пружинка. Удачный отстал. Эй, притем она залили? Да. Чувствуешь, физически очень мало времени для отбегания. Просто какая-то секунда. Меньше, чем у ловушки на лече. Забиваем телесет. Классный босс, турбойс, да? Турбойс. Ты куда это жезл увезти собрался? Тебе надо, Шелсон? Я тоже на дис паролю. Пароли на хила тогда. Сильте, тактика, сильте. Бейте, командир. Не, спинка у меня есть на хила. А, ты на хила себя ролишь? Да, я походу холи пала скоро соберу, блять. Чем ты дальше не понял? Лимон, сука, сразу на сука, на дис хочет, да? Да. Только твини не говори. Ты что, в рейд не хочешь? Увидеть, ты же жопа. Похуй. Сильте тактика. Не пала. Почему класть на принцов сделали? Я бы турбойсом бы на изи че поступал бы. Эти сферы, бля, подбивать это на нафиг. Шо, пора половину переразломаны, хитро. Да, боешь, стрэш, оно уже не вчера. Давай войду. О, боевшка на. Мне на шамана надо. Что за андроль?